Видео подготовлено сайтом онлайн-гдз.нет. Здравствуйте, решим задание 471. Какое число нужно поставить вместо звездочки, чтобы записанное равенство стало верным? И пункт А. 3 пятых умножить на звездочку 4 в знаменателе, то есть делить на звездочку 4 в знаменателе равняется 12 тридцать пятых. Но давайте сначала вспомним, как мы делим. Чтобы разделить, нужно умножить на противоположное число, то есть числитель и, но не противоположное, на обратное число, числитель и знаменатель меняем местами. То есть 3 умножаем на 4, опять умножаем на звездочку. И в итоге получаем 12 тридцать пятых должны получить. 3 умножить на 4 будет 12, опять умноженное на звездочку 35. 5 на какое число нужно умножить, чтобы получить 35, 7. То есть вместо звездочки нужно поставить 7. Пункт Б. 4 седьмых нужно разделить на 6 и в знаменателе звездочка. И получится 10 21. Ну, давайте делим. Умножаем на противоположное число звездочка шестых. То есть 4 мы умножаем на звездочку, а 7 умножаем на 6. 4 умножить на звездочку числитель, 7 умножить на 6 будет 42. Но у нас получится 10 21, а значит, мы сокращали. 4 и 42 сокращаются, кстати, на 2. Здесь будет 1, а здесь как раз 21. То есть на 2 здесь будет 2, то 21. Получится 2 умноженное на звездочку и 21 в знаменателе. И это будет 10 21. Ну, понятно, что звездочка, чтобы получить 10 из двойки, будет равна пятерке. Пункт В. 3 четвертых делим на звездочку восьмых. Или 3 четвертых умножаем на 8 звездочка. 3 умножаем на 8, а 4 умножаем на звездочку. 4 и 8 сокращаются, здесь будет 1, а здесь 2. То есть получаем в итоге 3 умноженное на 2 и просто звездочка в знаменателе. И мы должны получить 2 третьих. То есть только двойка вот этой тройки не должно быть в числителе. То есть звездочка должна быть такая, чтобы сократилась с тройкой, и при этом тройка еще и осталась. То есть мы в итоге должны получить в три раза меньше числитель и знаменатель. То есть звездочка должна быть девяткой, потому что здесь 3, значит, звездочка в 3 раза больше была, чтобы тройку сократить, и значит, девятка. И пункт Г последний. Звездочка 8 делим на 35 двенадцатых. Или звездочка 8 умножаем на 12 тридцать пятых. Звездочка умножается на 12. 8 умножается на 35. 8 и 12 сокращаются. Здесь 1. А здесь, то есть, конечно же, сокращаются на 4. То есть здесь 2, а здесь 3. То есть мы получаем звездочку умноженную на 3. И 2 умноженное на 35. А в итоге мы получить должны 3 десятых. То есть вот эта тройка остается, а звездочка должна полностью сократиться. Причем так, чтобы 2 умножить на 3, кстати, будет 70, чтобы знаменатель стал в 7 раз меньше. Ну и числитель, соответственно, тоже в 7 раз меньше. То есть звездочка, умноженная на 3, в 7 раз больше, чем 3. То есть звездочка будет равняться семерке. Ну и выполнили задание 471. Ну а если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Есть вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на наши группы в социальных сетях.